Я могу отвезти тебя в... Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливаем. Если первый раз в Рифтоне, обязательно сходи на медоварню «Черный вереск». А ну стой! Хочешь войти в Рифтон? Плати гостевой налог. За право войти в город. А тебе какое дело? Ладно, только шум не поднимай. Хочешь, чтоб все услышали? Пропущу, дай только ворота отопру. Говорят, Стражи Рассвета возрождается. Это охотники на вампиров или что-то такое. Обосновались в старом форте возле Рифтона. Может... Я опять столкнулась с гильдией. Эй, ты! А ну иди сюда! Почему бы их отговоры? Когда ты брал деньги, ты обещал вернуть их в срок и с двойными процентами. Я знаю, да, но откуда я мог знать, что права награбит? Ну, пожалуйста, пожалуйста, мне всего септим и нужен. Один септим. Жители Рифтона, слушайте меня. Никогда и дня честно не работал. Это не случайность. Да благословит тебя Мара. Это один из... Да, у меня мало времени. Того, что госпожа Мара недовольна вашим постоянным пьянством. Никогда и дня честно не работал. Отриньте фляги с мерзопакостным зельем и примите... Добро пожаловать в пчелу и жало, господин. Нет, никогда и дня честно не работал. Один из наших особых напитков, только скажите. Извини. Хочешь за бесплатно что-то узнать, да? Сперва помоги мне сделать дело, а потом, может, и я тебе помогу. К тому же, кажется, у тебя денег не так много осталось, верно? Не надо использовать их как повод, чтобы распугивать нам клиентов. Хорошо, Талин. А я занят. Поможешь мне, заодно и денег заработаешь. А я тебе потом помогу. Ты же знаешь, как оно в жизни устроено. У меня есть одно дельце, для которого пригодилась бы вторая пара рук. А в моем деле за такие руки хорошо платят. Все очень просто. Я отвлеку внимание, а ты украдешь серебряное кольцо Модези из сундучка под его прилавком. Когда добудешь его, нужно будет незаметно его положить в карман браншею. Кое-кто хочет, чтобы он отошел от дел навсегда. Это все, что тебе нужно знать. Я буду на площади весь день, с 8 утра до 8 вечера. Найди меня там, если кишка не тонка, конечно. Я буду на рынке завтра с утра. Ты тоже приходи. Я буду ждать. Работу в рыбном порту Рифтона легкой не назовешь, но тут неплохо платят. Могу я предложить тебе отменные товары из Моравинда? Редкости и диковинки со всего Моравинда. Ладно, парень, хочешь заработать? Хорошо. Погоди, пока я их не отвлеку, а потом посмотрим, что ты сумеешь добыть. Слушайте! Слушайте! У меня есть нечто замечательное, и оно стоит вашего внимания. Собирайтесь вокруг! Собирайтесь вокруг! Ну, Бриньер, что на этот раз? Терпение, браншей. Это редкая возможность. Я бы не хотел, чтобы ты остался с носом. То же самое ты говорил про Иисуса. И красавицы, я представляю вам фалмерский кровяной эликсир. Ну-ка, ты говоришь о снежных эльфах? Именно так. Таинственные существа, герои легенд. Они были великими мастерами магии. Как эта рука попала ко мне? Не стоило сюда приходить. Слушайте все! Слушайте! Слушайте! У меня есть нечто замечательное, и оно стоит вашего внимания. Вы должны это услышать. Все сюда! Сюда! Ну, Бриньоль, что на этот раз? Терпи. Не бранши. Это редко. Можно, я бы не хотел, чтобы ты остался. То же самое ты говорил про. Так, убирайся от меня, пора. Нужно что-то? Кажется, ты отлично подходишь для этой работы. А это тебе плата, как я и обещал. С учетом того, как у нас идут дела, нужно радоваться, что наш план сработал как надо. Мою организацию преследуют неудачи. Но, наверное, так и должно быть. Но все равно, работа сделана и сделана на отлично. Но можно заработать еще больше. Если, конечно, не побоишься. Ну хорошо, давай-ка проверим. Наша группа обретается в крысиной норе под Рифтоном. Есть там кабак, называется «Буйная фляга». Доберешься туда, и мы посмотрим, из какого ты теста. Это у тебя такая тяга к роту? Да, он мне знаком. Прячется в муравейнике. Платит нам хорошие деньги, чтобы никто об этом не узнал. Возвращайся, когда характер его заведешь. Наворачивай карманы, мы знаем, оно у тебя. Что у меня? О чем ты, демон возьми, говоришь? Валяй дурака! Выверни карманы, сказано! Сейчас же! Говорю тебе, у меня нет... Стой! Что это за кольцо? Оно не мое! Ты сам сказал, не твое! Ты арестован, братшей! Это какой-то бред! Я продаю чудо! Закончились. Говорю тебе, на сей раз все по-другому.